Отупеть просто. В общем, вот такие вот дела, друзья. Вот как они теперь это дело называют. БЗМЖ. Без заменителя молочного жира. Это значит, есть можно. С заменителем СЗМЖ. Это значит, уже понятно, никакое не пальмовое масло, а жиры растительного происхождения. Ну, то самое, о чем мы так совсем недавно с вами пару роликов снимали. Они даже уже не скрываются. Вот у них продукты, сделанные фактически из мусора. И вот они эти продукты продают. Просто аббревиатурку ставят, да? Недаром я говорил, что аббревиатура – это оружие сатаны. Вот. А вот такие дела. Они как бы уже утратили стыд и страх. Им по барабану на все. Знаете, каким будет следующий шаг, друзья мои? В свете их безумных, безумных совершенно налоговых изменений, которые грядут одно за другим, я предвижу массовое закрытие аптек, сокращение просто лечебных учреждений, закрытие. Они начнут школы закрывать в отдаленных районах, и появятся финансовые тюрьмы, как в средние века. Я не шучу, я совершенно серьезен, дорогие друзья, потому что они со следующего года делают службу судебных приставов силовой организации. То есть мало нам нашей Росгвардии, вот этих вот людоедов полицейских, которые там пытают у себя в застенках как угодно, кого угодно. Вот случай недавно, парень повстречался 25-летний с росгвардейцами, это была последняя встреча, больше про него ничего не известно, а потом он под поезд как бы попал, ему отрезало голову, только в этом месте, где он был, крови нет. В общем, трындец на трындеце, дорогие друзья. И на самом деле, пока вы сидите на диванах, они действуют, они продолжают досасывать нашу кровь, потому что это их последний пир. Вот так, такие дела. Что ж, доброго вам вечера, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и по мере возможности поддерживайте меня.